Хай, Metal TV, приветствует тебя, друг. Metalheads, все сюда давай. Подписывайся на мой канал. Сегодня мы продолжаем видеообзор моих, так сказать, творений. Да. Вот. Это альбом 99-го года, по-моему. Или 98-го. В стиле готик black metal. Вот. Такс. А мы прослушаем. Вышел на Depressive Illusion Records в 2017 году и на моем лейбле Max Records, сейчас называется CyberMax Digital Records. Это, ну, Max Records — это под лейбл, можно сказать. Это 99-й год. Еще вот на NN Records дизайн делался. Ну, под моим руководством четким, конечно. Так, сейчас мы прослушаем эту кассету. Тут песни коротенькие я делал тогда. Кстати, Dominion проект тоже. Кое-что потом я то есть там получается кавера на эти песни частично есть местами, да нет, там каверов нету, то похоже просто немного, что я гоню тю. Тут инструментал, тут, кстати, есть тема на украинском языке, тут я сам все на барабанах, на басу, на гитаре. Ну, музыка моя, понятно. Тут две песни. Одна «Смерть» и «Еретик». Это на стихи Тараса Григорьевича Шевченко «Еретик», да, на украинской мове. Остальные темы тут. Инструментальные. Но. Сейчас идет запись скримов на этот альбом, и будут все песни полноценные, те, что инструментальные, они будут полноценными со скримовым вокалом, будет настоящий black metal, можно сказать. Тексты я придумал. Тексты будут на английском языке. Тут на один текст на русском, один на украинском. Вот мое издание. Сейчас его смотрим. Вот копия 24 у меня осталась. Вот оно такое. Тексты тут. Тут два текста. «Смерть» и «Еретик». То есть тираж небольшой был. Вот, сколько? Это 25 штук, я так думаю. Я не помню уже. Это где, сколько лет? Сейчас 2017 год. Тут я сделал так, что на одной стороне альбом полностью, и на второй этот же альбом полностью. Ну, как бы, а чё бы и нет. Кассета хорошая, бас. Старенькая, правда. Ну, читается, во всяком случае. Дежованная еще. Вот. Ну, это, наверное, 25-я. Да, 23-я. О. Где-то еще у меня была копия, по-моему. Надо найти. 25-я, по-моему, где-то была еще. Ну, тираж небольшой.
А это вышло на Depressive Illusion Records. Вот лейбл Depressive Illusion Records. Ну тут тексты, да, так он сделал. Ну я, конечно, пошире издания. Вот, 66 штук копий. Коробки, ну, коробка новенькая, да, хорошая. Слушай. Альбом есть у меня целиком на моем канале для ознакомления. Хорошо, слухай. И покупай. Этот альбом также вышел на Cool Minis Records. Ну и на моем лейбле есть он тоже в альбоме сиделки. Пока так издавал. Ну все, подписывайся на мой канал, подписывайся на плейлист Metal TV, балдеет в виде обзоров, наслаждайся музыкой. В следующем выпуске будет проект CWD, мой. Вот. Сплит. То есть там будет трек CWD и что там еще было? И, по-моему, последний миньон записан в 2000 году в стиле Death Metal. Проекта Angel of God, который рип уже. Все, пока-пока.